Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу, что будет в Зверополисе 2, а вы мне напишите в комментариях, нравится ли вам Зверополис 1. Достаточно просто написать «Да, я люблю Зверополис». Так вот, у Диснея есть такая тенденция переснимать свои мультики в виде фильмов. В виде фильма, как пересняли «Аладдина», как пересняли «Книгу джунглей», но пересняли еще и «Королев». Точь-в-точь такой же сюжет. Но вместо нарисованных животных – животные. Животные! Анимированные. Так точно такой же хотят сделать с Зверополисом. Чтобы это был не рисунок, а эти же события, но животные в виде животных. Есть такая теория, это всего лишь теория. Напишите мне в комментариях, как она вам. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!